Это может быть крахом, у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold. Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя. На данный момент насчитывается уже несколько случаев появления тех или иных проблем с дисплеями. Часть из них вы можете видеть в данной новости. В частности, проблемы появились на смартфонах журналистов The Verge, Bloomberg. twitter.com/abatot/status/11185747478009626264. Учитывая, что количество смартфонов на руках у журналистов не так уж и велико, можно предположить, что у первого гибкого смартфона Samsung все же имеются определенные проблемы с качеством. Причем проблема именно в дисплее. twitter.com/markgurman/status/11185747 4567 25 54 18 880. В целом, этого, конечно, стоило ожидать, но ситуация может в итоге быть настолько плохой для Samsung, что компании придется либо отзывать смартфон, либо и вовсе прекращать продажи. Впрочем, пока речь идет не о проданных потребителям устройствах, делать выводы рано.